Всем привет. Дубнинская снова на связи. Пройдемся по автомобилям, расскажем вам, что у нас тут есть интересного. Крайне тоже интересная тачка. Это 3.3 V6. Здесь был вопрос по, собственно, небольшому якобы перегреву. Ну, как мы видим, где-то автомобиль катался в грязи. Посмотрите, уровень лужи, глины. Это... Испытывали вездеходные качества его, видимо, да? Ну, похоже на то. Ну, в общем-то, он перегрелся. Смотрите, какие крутые тут патрубки уже установлены, потому что патрубок оригинальный постоянно рвался. Вот такой вот есть. Какое-то очень интересное новшество. Ну, что-то интересное. Мы с таким еще не сталкивались, но есть что, чем научиться. Блок в токарке, восстановление рельс, правка плоскостей, опрессовка, фрезеровка. Мотор, я так понимаю, такой же, как стоит на Genesis 3.3. Да, да, и причем этот крутой мотор, тут 340 тысяч пробега, после промера там всего лишь 1 сотка, то есть 4 сотки, тепловой зазор, поршень, цилиндр. Ну, то есть для 340 тысяч это прям вообще идеально. Ну, то есть даже его не пришлось ни гильзовать, ни точить, ни ханинговать, ничего. Он прям просто поршневая в идеале. Это... уже известное, думаю, даже нечего тут объяснять, рассказывать, да, все угадают, догадаются. Даже мотор все знает, какой здесь. 14-й год, G4NA, капремонт, задиры. Это плановый ремонт, компрессор кондиционера, лето, жарко. Замена компрессора кондера, заправка. Это карнивал, это крайне тоже интересная тачка, она у нас приехала... Это свежий кузов, да? Вот свежий кузов, 4-е поколение, приехала она причем... с Арабских Эмиратов. Эта тачка работала там, типа, службы там такси, доставки, чего-то там, трансфера. А после ТО, что-то чуть проработало и заглохло. Это история умалчивает, как будто по результатам дефектовки, когда к нам уже приехал автомобиль, частично был разобран двигатель, в общем, сняли, отдефектовали. А там, в общем, следы износа коренных, шатунных вкладышей. Смотрите, как защита чистая, как круто ее отмыли. Интересно, перед отправкой. Подготавливает продажи, да. Скорее всего, да? Да, ну, в общем-то, там все решится заменой маслонасоса, замена вкладыш коренных шатунных. HE 2.2 дизель, да, ременной. Это тоже 4.NA, это уже блок у нас, собираем, скоро будем отдавать. СИТ 1.6, G4FC, капремонт, жор масла, задиры, стук. Ну, пробег на 1250, да? Да, что-то в районе 250, но плюс не усмотрели за уровнем масла, он съел масло, чуть поработал на сухую, задрало вкладыши. Ну, все ремонтопригодно. В углу КЕ, 2.4, G4 КЕ. Что-то он там застучал нежданно. Это у нас с плавающей неисправностью, она, в общем-то, периодически теряет ключи, не реагирует на бесключевой доступ. Есть у них проблема с... бесключевым доступом, разряжает таком, автомобиль не засыпает, либо же не видит ключ, потому что замыкает кнопка, антенна в замке. Это у нас готов. Немножко такой, видите, по тормозным дискам бывалый вид у них. Он стоял год. Да, но тут еще большой перечень работ, что требуется сделать. Малыми шагами пытается оживить автомобиль корпоративный. По нашей, по технической части, по двигателю он готов. Сейчас в процессе согласования ходовая часть, тормоза. В общем-то, все. Ждем решения. Это у нас задний двор, да, Дубнинской. Тоже 2.4. Все уже в процессе сборки. Двигатель у нас. Собираем. Будем устанавливать, отдавать. Это Элантра. А6 LF, коробка 6-ступ. Приехал с посторонним шумом. В коробке не хватало масла. Развалились подшипники. Первичного, если не ошибаюсь. Да, первичного. Все готово, ждем пару подшипников и будем собирать. Это старый добрый двигатель G4 GC, тоже капремонт. Здесь была проблема, расход масла 2,5 литра, по-моему, на 400 километров. Нормально. Ну да, и дымил он также знатно с выхлопа. Это то, что у нас, в общем-то, в работе. Это, смотри, у нас Грант, он грузовой, замена задних тормозных колодок, причем здесь барабанного типа. Заменили уже, собрали, и регулировка стояночного тормоза, ТО. Здесь Макс не дает нам снять. Замена тормозов, ТО, маслофильтра. Немножко пыли такой, да? Вековой. А вот у нас, собственно, с D4 HB. Тоже
хороший двигатель. Нам он, да, он нам крайне нравится. Здесь Дмитрий, которого мы видели с вами 5 секунд назад, он собирает ГБЦ. Двигатель был перегрет, были забиты радиаторы. ГБЦ сняли, отправили в токарку, опрессовали, целостность проверили, она целая. Фрезернули плоскость, отправили, собираем обратно. Попутно замена компрессора кондера, заправка кондера. И все, сегодня вечером планируем все отдать. Здесь Олег ремонтирует ходовку, ждет амортизаторы. Олег, привет. Это что у нас, Евро 6, полный привод, шикарный автомобиль. Да, да, сейчас коли. А вот Мишаня, это самый двигатель с 1.6, замена комплекта ГРМ. Мишаня может вам поподробнее рассказать. Можете. А у нас сегодня очень интересная тачка. Всем привет. У нас сегодня 1.6, D4, какой он? Е, да? Не помнишь? Да? Не, не HE, это FE, что-то. FE, да, наверное. Или FD. 1.6, турбодизель. А пробег какой? Он у нас получается на ременном приводе. Ремень ГРМ мы меняли только что с роликами. Ролики наши уже тарахтят. Кстати, дилеры дают гарантию, что ремень пройдет 150 тысяч. У машины 129 или 128. И он уже прям, даже, наверное, на камеру будет слышно, как он тарахтит. А ремень сам как? Ремень выглядит очень печально. О, видно даже уже. Ни одного логотипа не осталось. Трещина. Трещинки вот видно, да. Здесь он весь потресканный. Ну, в общем, очень печально. А самый прикол этой машины, то, что у него находится в поддоне. В поддоне у него находится ремень привода маслонасоса. Уже были случаи обрыва этих ремней. Мы здесь сняли поддон, поменяли этот ремешок, поставили новый. Вот так выглядит старый. Вот таких он трещинах был. После того, как мы его сняли, клиент попробовал, порвет ли он его руками сам. Как видите, порвал запросто вообще, прям не напрягаясь. Плюс из-за очень износились сами зубья, то есть их тоже вот-вот уже должно было срезать. Ну, в общем, всем владельцам данных моторов, они там присутствуются в машинах Kia Sportage, Tucson, Kia Ceed, ну, еще у многих, то есть 1.6 дизель, D4 FE. Вот, имейте в виду, эти вещи нужно не пропускать. На каком мы порекомендуем пробеге? До 120 тысяч, даже, наверное, до соточки. Ну, на данный момент 128. 128 на нем. Как вы видите, он уже на последнем издыхании. Прям оптимальный 100, наверное. 90-100 тысяч, самое оптимальное. Как раньше было, да, и серии, ну, мины до сотки. Да, много, конечно, всяких здесь приколов, чтобы это все сделать, поменять. Ну, в принципе, мы с этой работой, как обычно, справляемся без проблем. Тут еще у нас когда-то, 20 назад, мы здесь сцепление меняли именно на этой же машине. Здесь робот стоит, комплектуется с роботом этот мотор. На данном агрегате. А меняли сцепление, как бы, как меняли? Что, вышло из строя или? Ну, буксовать начало, пиналось. В общем, вела себя неадекватно коробка. Сейчас еще сальничек поменяем левого привода. Правого привода поменяли при замене сцепления, левого не тек, а сейчас уже и он потек. Ну, в общем, ресурс закончился. А машины какого года? Год какой? 19-й год. 2019. 5 лет автомобиль. В Германии жила. Оказалось. Там они тоже ломаются. Не ломаются, приезжай к нам, как же. Давай. Мишаня, не твой колпачок? Не твой? Нет, это поломано. Здесь. Grand Starex, куда без него, ежедневные гости. Здесь кондер. Александр занимается диагностикой, заправкой, кондиционированием системы. Здесь у нас замена ремкомплектов, суппортов, замена тормозов, тормозных дисков перед, зад. Обслуживание с тормозов. Здесь у нас есть перечень рекомендаций, что нужно выполнить, чтобы данный автомобиль был снова бодр, как с завода. То есть тут немножко можно сальблоки поменять по задней оси, но это все осталось в рекомендации на будущее. Сейчас занимаемся только, Миша занимается, ремонт там муфты Haldex, который отвечает за полный привод. В нашем случае он не работал, на нем уже... Есть информация в интернете. Ну, исправили, да? Да, где отрывает пакет корзины фрикционов.
Ну и все, и снова в бой потом. Снова да, пушка. Это как раз с Урбана. Сборка амортизаторов. Да и все. Больше тебе рассказать нечего. Сейчас будет тест-драйв Optima с пропусками зажигания. Ну понятно. Спасибо и на этом. Все, приезжать.